Студенческий фестиваль состоялся в Атырау. Он прошел при поддержке акима области и собрал лучших учащихся колледжей и вузов. Отличился он не только особенной организацией мероприятия, но и интересной постановкой о буднях студентов. Ее на суд зрителя представила труппа молодых актеров областного академического драматического театра имени Махамбета Утемисова. Яркие декорации и особенная атмосфера студенческой жизни, царившая на сцене театра, буквально окунули зрителя в реальные будни студентов. На высоте была и виртуозная игра молодых актеров. Фестиваль продолжился концертной программой. Я очень люблю участвовать в общественной жизни своего колледжа. Мы на его базе провели свой студенческий фестиваль. Было все очень хорошо организовано. Всевозможные конкурсы, песенные и танцевальные. А также состязания кюще и гамбристов. Многие из них завоевали путевки на областной фестиваль. На фестиваль в области отобрали 185 лучших студентов. Их готовили профессиональные и признанные звезды музыкального и танцевального искусства. Алтауданда оқорындарымызда тек қана бір орын қатысты, бір аудан қатысты, ол Құрманғазы ауданы, Ахаладан 12 оқорын. Из всех имеющихся колледжей в 6 районах принял участие только один колледж из Курмангазинского района, 12 из областного центра. До сегодняшнего дня проводились такие мероприятия под названием «Студенческая весна». Теперь решили проводить осенью. Ну а главная его задача посредством фестиваля – сплотить всю студенческую молодежь. Итогом фестиваля стало награждение учебных заведений и их руководителей, а также студентов, которые отличились в учебе и творчестве. Гульнар Жантасова, Асланбек Шығыр, Айбек Байзаков, Хабар 24, Атырау.